Савелий, ну, во-первых, с дебютом, а во-вторых, дебют получился непростой, мягко скажем. Что же там случилось вот на первых минутах второго тайма? Спасибо. Дебют на самом деле удался, я думаю, запомнится на всю жизнь. На самом деле, вот выходя на поле, подвернул ногу, вроде болевых ощущений не было, а по ходу игры довелось выбить мяч правой ногой, и что-то вот потом не пошла игра. Это голеностоп? Да, да, это голеностоп, скорее всего. Вот такая ситуация, вроде бы травма, да, нет вратаря больше на скамейке. Были сомнения вообще продолжать игру или нет? Нет, сомнений вообще не было никаких, потому что я знал, если сейчас скажу то, что не могу дальше игру продолжить, подведу команду окончательно. И то есть я был уверен, что нужно продолжить до конца. Несмотря на то, что не готов был полностью, да, полноценно играть, сумасшедшее количество сейвов успел сделать и в ближнем бою в том числе. Ну уж казалось бы, куда с такой ногой, да? Об этом просто забываешь в такой момент? Ну, о боли в ноге, да, пришлось забыть. Но что сказать, я делал свою работу, старался выполнять ее хорошо. Во втором тайме вообще команда старалась больше вперед играть, да? А в результате получали вот именно контратаки. Когда проще вратарю играть? Ну, тебе лично. Когда постоянно в напряжении или вот именно в таких случаях, когда время от времени убегают соперники? Ну, лучше, конечно, когда в напряжении, ты полностью в игре, подсказываешь партнерам, и то есть идет вот этот игровой тонус. Ну, а когда вот контратаки, получилось так, что пропустили, еще сказалось удаление, которое там, ну, я считаю, что его не было, этого там фола. Ну, так, значит, так. Вот понятно, что результатом сегодня никто не доволен, да, но ты удовлетворен тем, как тебе удалось сыграть, все-таки пропустил только с пенальти? Ну, честно говоря, я недоволен своей игрой, потому что вот такой казус вышел, и, ну, хотелось бы лучше. Пенальти почти достал, ну, то есть вот так вот получилось сегодня. Обидно очень.